последнее свидание, yeah. Придешь, но с опозданием, yeah. Ты дождись, не убегай, yeah. Кто, если не ты? Кто, если не я? Последнее свидание, разговор между нами на кухне. Не думал, что так быстро все между нами потухнет. После этих трех слов твоих меня затрясло. Нет, это не про любовь, это про депрессон. Давай встретимся, все же надо или прятки, да? Все с тобой понятно, да не было горько, да было не сладко. Не посылай меня на точку, надо кратко. И взятки гладкие, щетки, тапки, забирай взгляд на пол. Я не плакал, уезжай за вещами, завтра с мамой заезжай и прощай. Последний.